Ребят, сейчас посмотрим домашнее задание Римы. Рима, как раз у тебя очень важный момент. И, как говорится, на овсай зверь бежит. И здесь как раз Катерина прислала задание, которое тебе поможет. И, кроме этого, у вас начинается проект. Мы сейчас будем говорить про исключения. Они здесь есть. Очень хорошо подумайте, куда их поставить. Очень хорошо. Подумайте, да, уже начинайте работать потихонечку с проектом. Обратите внимание, новости будут в песочнице хакера, да, в песочнице программиста. То есть центральное объявление новости и дискуссия, где будут новости, да, все. А теперь давайте посмотрим, особенно вот новички. Это у нас Рима. Рим, ну писать ты точно будешь. Сейчас я бы хотел, чтобы, Рим, вы запомнили две вещи. Потому что, вот смотрите, у девчат по одним поводам расстройства, у мужчин по другим поводам. А у программистов, вы сейчас программист, есть только два расстройства. Это не исключение. Первое, запомните на всю жизнь. Первое, у вас всегда должен портиться аппетит. Первое, если вы не написали тесты, мы к этому придем. Второе, если вы не обработали исключение. Я не зря добавил вот этот код, это называется код говнокод. Почему? Здесь ничего не обработано. Поэтому, но вы это уже выяснили, правда? Вот смотрите, пошли вы правильно. Здесь молодец. Так как пока вы еще ничего не сделали, поэтому оценка кол с минусом. Это однозначно, да, поковырялись за вот то, что включили исключение при работе, вам 5 с плюсом. Сейчас, а за работу кол с минусом, потому что нового ничего не внесли. Значит, надо внести. Для этого открываете, Катя недавно, вот только что прислала документ, да, во вложении небольшие исследования на тему обработки исключений. Взяла пару функций, колбеков и так далее. Итак, попробуйте пока самостоятельно прописать хотя бы одно исключение, чтобы вы его прописали сами. Используйте все, что угодно. Катины материалы. Но просто-напросто сейчас вам, даже если вы ничего не напишете, сейчас важно запомнить только две вещи. У программиста портится настроение. Раз, от разработчиков Джанго, если не написаны тесты. Два, если не обработаны исключения. Не обработанное исключение, вы уже плохо спите. Запомните. Почему? Потому что у вас дырка 100% в коде. Поэтому обрабатывать исключения... Вам вопрос, поройте, а что же нам обрабатывать в исключениях? Я отвечал на этот вопрос, вы пока подумайте, это раз. Теперь, Рим, записывайте. Катя это делала, поэтому в группе откроете Катины. В группе наберете Катю. Ее сообщение. И вам вопрос. Что общего между функциями, классами, методами и экземплярами? На этот вопрос надо ответить сейчас. Зачем мы это будем делать? Для того, чтобы добиться, чтобы вы начинали понимать, как изучать язык. Как раз, как говорится, на ловца и зверь бежит, и вы находитесь как раз в этом проекте, кроме школы, да, в проекте сейчас, значит, где вы будете заниматься и разработкой, и изучать программирование, поэтому здесь этот вопрос есть. Что общего, да? Поэтому сейчас надо ответить на него очень хорошо. Если вы ответите на него хорошо, то у вас не будет вот чего.
у вас даже в голову не придет открыть книжку и читать подряд язык. Абсолютно то же самое, что купить автомобиль, открыть руководство по ремонту и начать читать. Нафига его читать сейчас, если надо думать лучше там, что обслужить, наверное, почитать, если, допустим, автомобиль новый. Или когда что-то сломало, что-то читать. Чем сильнее разберетесь, тем начнете правильно использовать справку и документацию. Без этого будет просто блуждание. Катя с этим разобралась. Поэтому Катя первопроходец, конечно, она вообще молодчинка. Вообще молодчинка. Но вы тоже, вот я уже посмотрел, да, молодец. Вот что учли? Посмотрели, видно, Сережу, видно, посмотрели Диму и пошли с исключений. Здесь молодец. Но так как ничего не добавлено с исключений, а это и есть говнокод, какой бы он ни был, пусть он будет самый красивый, самый лучший, самый хороший, но здесь нет исключений. То есть здесь всегда будет портиться аппетит. Это уже первый, но он специально так написан, первый плохой код, да? Давайте с него делать хороший. Следующий момент. Для новичков сейчас вообще любо-дорого, да, с чем? То есть, начиная работать над проектом, да, тут могут быть новые, поэтому расскажу. При помощи обсуждений ребята сейчас будут рассказывать, что на какое место поставить. Это должно быть таким способом расставлено, чтобы можно было работать абсолютно с любым языком программирования. Иными словами, все языки программирования абсолютно схожи. Поэтому вы работаете с проектом, работаете с кодом, а сейчас попробуйте порыть исключения. Вы совершенно спокойно можете в этом проекте обсуждать, допустим, с Катей эти вопросы. Я увижу, тогда, скорее всего, я направлю, если что не так. Диме как раз я буду писать видео сейчас, в чем разница между исключениями C++, а C++ мы тоже будем цеплять здесь, да, и Python. Совершенно разные подходы. Но и там будем плохо спать, если не напишем исключения. Кроме этого, обязательно сейчас, на ближайшее время, сделайте еще Рим две вещи. Вот здесь есть такая вещь. Первое. Разработка. Посмотрите просто видео. Здесь около 20-30 уроков. Во-первых, немножко въедете в класс. Во-вторых, здесь совершенно простым языком рассказано, что такое система работы с кодом. Она намного сложнее, но здесь очень просто. Потому что вы над этим будете работать сейчас. Вы уже начали работать. Вот, например, в данном случае, когда вы пошли через исключение, это и есть элемент системы работы кодом. Изучение языка через исключение. Но мы с вами пошли на шаг вперед, то есть теперь надо все это дело поправить. Да? Отлично. Второй момент. Будет время, обязательно посмотрите просто пай-тест. По сути дела, он начинается, что 100 раз выучите уроки. Просто просмотрите уроки, проделайте для того, чтобы хотя бы въехать немножко в тестирование. Сейчас разбираться ничем не надо, будем потом на этом проекте писать тесты. Написание тестов и создание исключений мы будем учиться очень серьезно. Почему? Потому что это и есть настоящее программирование, потому что если мы откроем абсолютно любой проект, давайте откроем то, что мы любим, Рассела Кейта Маги, и давайте откроем код. Смотрите, откроем app. Вот поехали, создание окна. Первое, добавление, сразу исключение. Почему? Если человек попытается добавить нечто другое, кроме окна, выдаст, можно только окно добавить. Дальше поехали. Удаление окна. Опять исключение. Дальше поехали. Опять исключение. Дальше поехали. Открываем Django. Открываем код. Открываем наш любимый файл, который я постоянно говорю. Это shortcast. И нашу функцию, которая самая частая в Django, getObjectOr404.
Вот оно. Как вы видите, опять без исключений ничего не обошлось. Иными словами, если мы что-то не обработали, вот здесь вам прямой ответ. Да, я вам задал вопрос, что же надо обрабатывать? Первое, что надо обрабатывать в исключении, да, потому что Дима недавно задавал вопрос. У меня только один метод, int. Это у вас. А у пользователя будет 30 способов ввода. Поэтому там вот Дима задал, и я ему ответил. Ну, скорее всего, могли упустить. Поэтому посмотрите вот на этот код, да, и подумайте, действительно, а что мы проверяем? Это вас немножко приблизит. Сейчас вам это трудно, но вы просто подумайте. Просто я хочу вас научить, чтобы вы начали просто думать, а что действительно мы проверяем? И вот сколько вы будете учиться в школе, сколько будете практиковаться с программированием, всегда делайте разницу. Вы девушка, у вас и Катя девушка, допустим, да, у вас, говорю, женские какие-то могут быть расстройства. Здесь вы программист. Запомните, у программиста два расстройства. Не обработал исключение, раз. Второе, не написал тесты. Все, аппетит должен портиться. И он будет портиться, когда у вас будут реальные большие проекты. Вы же спать не сможете, потому что у вас будет вспоминаться, а там не сделал, это не сделал. Это можно только исправить при помощи тестирования. Но чтобы нам правильно войти в код дальше, думайте насчет исключений. Да, вы сейчас многого не знаете, это не важно, но я вам дал ответ. Посмотрите то, что Катя сделала. Посмотрите, пожалуйста. Кстати, я открыл. Посмотрите. А, она со своей премией все. Но, ага, это я помню. Я Кате давал задание. Try. TPR. Хорошо. Катя, потом уже внимательнее посмотрю. Но, тем не менее, давайте так. И смотрите, Рим, вот тот момент. Открываем, смотрите, вы ж, я знаю, что с курсов пришли. Смотрите теперь одну важную вещь. Вот смотрите. Вот в курсах, в которых вы были, скорее всего, вы try.exe проходили бы подряд. Нет, так не надо делать. Вот, смотрите, мы начали с вами работать с исключениями. Открываем код Кати и смотрим. Иными словами, вот данный момент, когда вы работаете с исключениями, у вас как раз тот контекст, когда ляжет прекрасно четыре вещи. Try, except, if, else. То есть, ну, elif я не беру, хорошо, написала Катя, молодец. Но я говорю if, else, чтоб укорочено. Это все, что достаточно вам на первое время, чтобы программировать эти четыре конструкции. Но когда вы будете работать с исключениями, как раз у вас сразу ответ. А где это искать? Да, что у вас плохо? Что у вас плохо? И почему я забыл, хотел сказать, за что я поставил call с минусом. У вас нету никаких источников на документацию, почему это так, где это описано. Хотя бы вот на эту ошибку. А обратите внимание, мы, когда открываем проект Django. Открываем проект Django. Сейчас. Ну, я открою вот это. Сейчас это не так важно. Это их прекрасная практика. Смотрите, у них все на своих местах. Везде в документации, где нужна дополнительная информация, у них бы ссылка. Вы тоже так делаете. Это правильно, это круто и это классно. Иными словами, сейчас я вижу отрыв. Но то, что вы начали, это прекрасно. За старание 5. То, что будете писать, потому что пошли от исключения, это гарантия. Сейчас я уже вижу, что это уже осознанно. Единственное, ладно, пока хватит. Смотрите, Рим, сейчас для вас вообще потрясающий момент. Сейчас над чем вы будете думать? Смотрите, над тем вот вам решить вопрос, как правильно изучать язык. Ответ очень прост. Вот Денис Кеплер, кстати, тоже в этот проект пришел, да? Вот он начал писать на трех языках. Написал там на Go, который он первый раз видел функции, написал на JS, который он первый, нет, тогда не первый, Go точно первый видел. На C
который никогда не писал, написал функцию. То есть, вот, он словил, да, понял. То есть, как только вы это уловите, начнете понимать, что все языки схожи, и будете понимать, что проще выделить элементы во всех языках, а потом разобраться с разностями. Они все будут одинаковы во всех языках, только будут разные реализации. Так вот, вот вы сейчас работаете с включением, плюс в проекте по правильному изучению языка вы будете сейчас работать над расставлением приоритетности, что как изучать. И как раз вот вам на задумку вопрос, а действительно, а что общего, да, между функциями, методами, классами, экземплярами? Я вам сказал сразу подсказку, посмотреть у Кати. И если вы ответите на этот вопрос сейчас, то, в принципе, вы поймете, что делает, что это все одного поля ягоды. И вам надо будет разобраться, только что у них разного. Например, там пространство имен делают и так далее. И, во-первых, мишура вся отпадет. Во-вторых, уже отсюда, на этом этапе, вы сможете немножко, не немножко, а множко по-другому посмотреть, а как же дальше изучать язык, да? И вот дальше вы будете расставлять, не вы же одна, а с другими ребятами обсуждая, как все правильно. Но я вам дал уже подсказки. Например, по if-else, да, вот try, except, rise, мы сейчас вот как раз и говорили, чтобы это было в контексте. И совершенно не важно момент, когда это изучать. Важно, чтобы это было в контексте, а лучше всего в контексте исключений. Посмотрите, кстати, документацию. Итак, пока следуйте этим советам, дальше разберемся по ходу. Все нормально, пока кол с минусом. Потому что то, что старались, да, то, что говнокод был, который я написал, вот такой он и остался. Значит, если поправим исключение, то уже будет оценка выше. Это в ваших интересах. И запомните, Рим, все-таки раз и навсегда. Для программиста есть две вещи, когда у него плохой сон. Первое, это когда он не написал тест. Второе, когда не обработал исключение. Все получится. Молодчина. Два слова для ребят, которые только открыли это видео. Есть школа, она находится по адресу spb-tu.ru. Там есть ссылка DevHackers, открываете. То есть в школе есть уроки и читаете. Также есть с чего начать, изменение цен и так далее. Иными словами, если в школе человек учится и работает в группе, изучает уроки, то проект DevHackers – это расширение, да, школы, где человек каждый день ведет жизнь разработчика. То есть ребята работают с Git и погнало, и погнало. Все. В общем-то, почитайте, все поймете. Спасибо за доверие, все получится.